В минувшее воскресенье «Энергия» провела очередной матч чемпионата России премьер-лиги. В Новосибирске наша команда встретилась с местным баскетбольным клубом «Динамо ГУВД». Итоги матча неутешительны. «Энергия» уступила своим соперницам со счетом 59-58 и снова опустилась в турнирной таблице на 9-ю строчку. Следующий, предпоследний в этом сезоне матч «Энергия» проведет 25 марта на своей площадке.